Этот канкан – профилактика от повреждений мышц. В 30-градусный мороз без него на полозья лучше не вставать. 17-летний Вадим Паснов знает точно. Месяц назад в свободном стал чемпионом области и учится на тренера, о чем долго мечтал. Ну, лыжные гонки мне уже нравились с детства. Помню, первый раз я увидел по телевизору, как выступают наши лыжники и спортсмены. И мне захотелось попробовать. И понял то, что мне это нравится, и я занимаюсь этим большой любовью. Вадиму нравится классический ход без отрыва лыж от снега. 78-летний Анатолий Дехнич предпочитает коньковый с переменным отталкиванием. Но на состязаниях ездил и так, и так. 14-кратный призер чемпионата Дальнего Востока занимается лыжами 54 года. Для него это отдых, а не борьба за приз. Лыжами занимаются от маленького до глубокой старости. Занимаются это лыжами. Это такой доступный вид этот спорт. Потому что воздух свежий, сосновый бор, такой идет. Ты дышишь, вот морозик, покатаешься сейчас, придешь домой, такое настроение. Ради настроения два дня катались спортсмены 14 возрастных групп, почти 60 человек. Прошлые годы было 70-80. Бегуны свободного не приехали, готовятся к состязаниям в Арсеньеве. Мало пришло благовещенцев, снег подвел. Сначала до января катались на озере, снега не было. На Новый год здесь чуть-чуть подсыпало. И тоже вот сейчас вот лыжню мы практически прорезали, она вся он. Вся листва, вся трава, вся наружу. То есть ходили сегодня утром и подсыпали тут же, где нарезали. Снега очень мало. Но гонка все же состоялась. Лучшими среди взрослых и малышни стали благовещенцем. В классах юношей и девушек отличились жители Новобурейска и Алдана. Они поучаствуют в первенстве области, которое в Маховой Паде стартует 24 января. Мария Селезнева, Сергей Иванов, Андрей Белый. Программа «Город».